Дарить добро и заботу людям – их ежедневный труд. В профессиональный праздник в Староскольском центре культуры и искусств чествовали соцработников. Более 40 сотрудников социальных служб получили грамоты и почетные знаки. На торжестве побывал и наш корреспондент Марина Монакова. На сцене и ветераны труда, и совсем молодые работники соцслужб. Их объединяет полная самоотдача делу, огромная доброта к людям и умение сопереживать. Эти качества – главные для социального работника. За них награды и почет. Вручил заслуженные грамоты и поздравил с профессиональным праздником социальных работников исполняющий обязанности главы администрации Александр Гнедых. Я хочу поздравить всех коллег, которые имеют прямое или косвенное отношение к этому прекрасному празднику. Я хочу пожелать всем, чтобы люди были здоровы, чтобы люди верили в светлое будущее, и чтобы мы, работники администрации нашего городского округа, знали, что это наша обязанность и это наша жизнь. За чуткость сердец и отзывчивость, признание подопечных, коллег и руководства. Благодаря профессионализму тех, кто сегодня получает грамоты и слышит бурные аплодисменты, растет качество работы и количество довольных посетителей соцучреждений. Каждую проблему человека, который вот к нам обращается, мы все переносим через свое сердце, через свое, вот, не знаю, волнуемся вот за каждого человека. Мы стараемся помочь, чем только можно, всеми возможными способами, да, чтобы людям было хорошо. Как бы было все у них достойно. Татьяна Первухина уже 20 лет работает с одинокими пенсионерами. Мои бабушки и дедушки, так ласково называет их наша героиня. Без них она уже не представляет своей жизни. Мне очень нравится с ними работать. Они старше, они могут подсказать. Конечно, могут и поругать, но это надо обязательно сделать замечание. Просто нравится мне вот именно, что, и тем более в Роговатке, как тут же была война, и вот они очень много об этом знают. И очень интересно даже вот это все знать. Торжественный праздник – это знак благодарности за нелегкий труд. Но по признанию самих сотрудников соцслужбы, главная награда для них – улыбки и горящие радостью глаза людей, ради которых они и готовы целиком и полностью посвящать себя работе. Марина Монакова, Сергей Кириченко, Новости мира Белогорья.